Здравствуйте, дорогие друзья. А мы с вами снова играем в Лимбо. И что-то здесь не так. Может быть, нужно раскачать сначала эту штуку. Там нажать. О, слушайте, офигеть. Вот я допетрил, а. Вот я допетрил. Сам допетрил. Тихо! Мне уже хотели в комментариях подсказывать. Так, что здесь? А, видимо... Что-то сейчас будет. Что-то сейчас произойдет. Опять падаем и, видимо, блин, в воду. Я не хочу падать. Я не люблю падать. А! Черт, ты что? Ну ладно. Главное, мы этот момент с цепочкой прошли, потому что я тогда не знал, что делать на самом деле. А тут прям что-то... Так, видимо, когда это будет... Открылась. Ага, и опускается. Как обычно. Воп. Воп. Спускается. Оп. Вот так стоит, да? Никаких здесь секретов нет. Так, ладно. А, хрена лысого, да, я туда доберусь. Знаешь, его как-то посередочке надо остановить будет. Чтобы вроде туда допрыгнуть и обратно. Так вот. Да что ж ты делаешь, родной? Как так? Джимми, Джимми. Да ё-моё, Джимми, ну что ты, как, я не знаю. Отлично. Ну что с первого раза нельзя так сделать, а? Что-то произойдет. Ящик упал. Так. Сейчас все меняется. Ага, сейчас я буду на этот крик падать, да? О май гаш. О май гаш.
Все, типа, в безопасности. О! Блин, вот не очень люблю подобные моменты. Так. Теперь вправо пошло. А, сейчас это покатится. Блин, сейчас эта хрень покатится. Давай, 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 давай. Я не знаю, что делать. Туда шар сейчас укатится. Прямо на меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Это уже интересней. То есть... Ящик с этого ящика надо куда-то... Давай-давай-давай. Тащи его. А, может быть, на краешек его поставить, а с краешка уже перепрыгнуть? О, точно. Отлично. Бежим, Джимми, бежим. Бабочку. Оп, не поймал. Бежим дальше. Это девочка. Ой, ёп. Всегда так. Хочешь познакомиться с девочкой? Тебе какая-то хрень в голову лезет сразу. Куда ж ты, Джимми, Джимми? Это не повод кончать жизнь самоубийством. Куда ж ты, ты? Тихо-т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 ихо, ты куда ты? А, ты же у меня неуправляемый, я забыл совсем, ёлки-палки. Ладно. Собрались, Джимми. Все в наших лаптях. Оп, отлично. Иди на свет. Иди на свет. Так. Разворот. Оп, прыжок. Оп, прыжок. Еще прыжок. Ой-ой, что здесь? Пошло. Так, а теперь надо успеть минимум запрыгнуть. Ага. Успеть, блин, запрыгнуть. Фу. Джимми бой, Джимми бой. В обратную сторону я не могу, соответственно, прыгать. А, я могу вот тут вот, наверное, постоять, да? Меня не расплющит. Вот так вот повиснуть я могу. Так, теперь забираюсь пока эту штуку. Давай, 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 давай. Отлично. Отлично. Давайте, забирайте с меня эту штуку. О, отлично. А теперь бежим. Со всех ног бежим, бежим. Да ё-моё, дайте мне уже. Тихо. Давай, роднуля. Давай, ты сможешь, я знаю. Отлично. Опять повернешься вспять. Вот тут. Как-то можешь сюда добраться? Это явно ачивка какая-то. Да, и как туда добраться? И что вот будет? Может быть.
вот она крутится, крутится. Тут нужно момент остановить ее. Блин, недолет. Крутись, крутись. Ай-яй-яй-яй-яй, спрыгнул. И так спрыгнул. Ай. Пока. Ты был хорошим другом. Так. Да блин. Все равно не алло. Давай, тихо-тихо-тихо. Вот, отлично. Умница. Так, теперь аккуратно. Сюда. Отлично. А, ну, видимо, эту ачивку я не заберу, потому что... Блин, жалко. Ой. Ну, это было ясно, что зря я так сделал. Сразу только на небес. Небес. Что здесь у нас есть? У нас здесь есть вагонетка, которую нужно куда-то оттащить. Так. Нет, подожди, подожди. Давай ее растолкаем сначала. Залезем. Так, теперь нажмем этот. Красоту. Да по-хорошему я наверх должен забраться. Успел. Ай-яй-яй-яй. Не, надо рассчитать так, чтобы в момент поднятия она была там вот. Что я делаю опять? Не так. Надо на обратном пути ее туда фигачить. Неправильно. Что это становишь? А, вот оно как. Ага, вагонетка все-таки. Понятно. Ну ладно. Так, ну что, нельзя просто оставлять. Обязательно какая-то засада случится. Отлично. Нет, звуки в этой игре меня, конечно, просто так радуют. Так.
Отлично. Раз. Отлично. Едем, едем, едем. Ничего не видно. Эх, жалко, кто очевку не взяла. Ай, зараза, рано прыгнул. Ну хоть с этого момента начинается, это хорошо. Ах! Так. Не надо обгонять. Едем, Джимми, едем. Едем, Джимми, едем. Что за прикол? То есть слезть надо, да, просто? Вот такая вот подстава, да? Охренеть вообще. Вот как ты это сам. Так, то есть ты. Здесь так он тоже бьется, да? Эти-то. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это я. Ну, что такое? Да я понял. Так. Сейчас надо оттащить тебя и стопануть. Стой. Интересно. Не, погоди, погоди, погоди. Вот остановись. А, ты не можешь остановиться. Нифига там добежать надо сколько. Да, вот пока он давит, значит, то, собственно, идет электричество. Толкнуть подальше. Так, я же смогу залезть, нет? Ага, я только с нее смогу залезть. Да? Не, надо как-то. То есть вот отсюда, например, мы ее разгоняем в обратную сторону. Не получилось. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо допетрить, как это правильно сделать. Да ё-моё! То есть в тот момент, пока она в ту сторону откатывается, я должен уже туда залезть. Сейчас должен успеть. Отлично. Ох, теперь все в темноте. Ужас. Ужас. Ничего не вижу. Что происходит? Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Раздавил, да? Так. То есть по-хорошему мне надо дождаться, когда... Так, куда вот теперь вопрос? Наверх или вниз? Дальше вниз. Все просто. Если там умирает... Ну вы издеваетесь. Значит, его вниз скидываем. Все просто. Могу его с собой взять. Не могу. Беги, Джимми, беги. Я верю, ты скоро будешь свободен. Что это, лазер? Или что? Нет, не лазер. Но! Что-то было такое... Что-то в этом было такое смертельное. Хорошо, давайте вот так делаем. Примите. Это жопа. А если лучше пересекутся? Я сказал... Лучи пересекутся! Ёперный ваш! Может, у него снаряды кончатся? У тебя патроны бесконечные, не? Так. Так. И давай, разнеси его к чертовой бабушке. Давай, разнеси его. Чёртовой матери. Отлично. Ага. Прекрасно. Отлично. Красавчик. Так, минус один. Слушайте, какая... Это же надо было такое придумать, а? Я с каждым разом все больше и больше удивляюсь выдумке создателей.
Два ящика. Ух ты, ё. Эй. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, во-первых, что там справа? Тупик. Ой, ой. Тут лестница, я вижу. В общем, мне как-то их надо поставить так, чтобы я смог забраться. Да? Ой, стой. Ага. Вот оно что. Сюда его, значит, задвигаем. Он спускается, спускается. Оп. Так. Вот сюда уходит. Отлично. Перестал. И я забираю его себе. Всем спасибо. Ну что, до первой смерти? Ну как до первой? Уже не первая. О, пью. И что здесь можно делать? Ой. Да ё-моё, что происходит? Ну, что ты делаешь? А как я туда второй ящик подниму? Интересно, я успею так вот? Не успел. Ящик упал. Нет, что-то непонятно. Он там тоже поднимается. Тогда понятно. Стой, 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 стой. Так. Снова действуем по старинке. Бежим, 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 бежим.
Бежим, 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 бежим. Должны успеть. Давай, давай, давай. Отлично. Прекра... Фух, я думал, у меня набушка свалится. Так. Ну, теперь осталось дело за малым. Забраться наверх на самый... Раз. Лезем, 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 лезем. Раз. Раз. Теперь главное, чтобы меня не размазало. Отлично. Фу. А тут Джимми любит умирать. В самом расцвете сил. Так. Мы вернулись в лес. От! Вот она и смерть пришла. Ладно, мы довольно далеко прошли, поэтому всем спасибо, что смотрели меня. До новой серии, до новых встреч. Всем пока.